Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame и презентую вам новинку, которая создана специально к 45-летию коллекции Giordani Gold, которая уже много лет вдохновляет женщин с каждым днем становиться прекраснее и сексуальнее. Итак, аромат Giordani Gold Essenza Blossom. Сразу уделю внимание флакону, он действительно прекрасен. Тяжелое стекло и крышка, на которой обозначен логотип Giordani Gold и покрыта 18% розовым золотом. Тип аромата белоцветочный. Создали аромат парфюмеры Fabrice Pellegrin и Daphne Bugey. Состав аромата, ему я выделю особое внимание, верхние ноты груша, мандарин и жасмин, то есть сразу такое вот легкое приятное впечатление создает аромат. Ноты сердца камелия, флёр д'оранж, таитянский иланг-иланг и базовые ноты ваниль, амброксан и мускус. Аромат стойкий, это духи с максимальной концентрацией аромата. Держится 8 часов точно. Когда я его наношу утром, то в течение дня я его чувствую. И кстати, он такой флиртующий и раскрывается постепенно, манит, играет, и все время я его чувствую по-разному. Однозначно аромат понравился своей нежностью, своей женственностью. Он дополняет меня, а я его. Мне кажется, мы прекрасная пара. И все же каждый раз, когда вы думаете о приобретении аромата, я настоятельно рекомендую приобретать сначала пробник, поносить этот аромат, побыть с ним одну недельку хотя бы, может быть две, и тогда вы точно определитесь, нравится он вам или нет. И я вам желаю весны каждый день, даже когда на улице морозы, пусть у вас в душе всегда будет весна. Будьте нежными, красивыми, изысканными. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч!